Жители Чурилова решили сами построить школу в микрорайоне. Видео, как люди роют котлован, появилось в сети. Горожане мечтают о школе уже больше 6 лет. И сейчас возить детей на уроки они вынуждены в центральный и тракторозаводские районы. Вот кадры, снятые активистами. Лопатами вооружились несколько десятков жителей микрорайона Чурилова и их дети. Выбирают место и начинают копать котлован под фундамент. Так люди хотят привлечь внимание городских властей. В микрорайоне нет собственной школы. В мэрии уже отреагировали на это послание. Сегодня чиновники заявили, в ближайшие 4 года в Челябинске построят 4 школы. Одна из них появится как раз в Чурилово. Программа федеральная 2016-2020 года. Мы запланировали, это желание муниципалитета, которое сейчас ушло на уровень субъекта, губернатора на рассмотрение, строительство 4 школ. Одна из школ – это Чурилово, одна – это Парковая 2 школа, одна школа – это микрорайон Ньютон новый и 27-й микрорайон. А одну из школ строят уже сейчас на Краснопольском проспекте. Работы завершат к следующему учебному году. Школа рассчитана на 1100 учеников. И еще одну школу, 5-ю, уже готовую, муниципалитет просто выкупит у застройщика. Это здание в районе Тополиной аллеи.